Первым делом оперативный отдел перенесли в более просторное помещение. Здесь смогли разместиться и диспетчеры, и новейшее оборудование. Например, экран, на котором отображается местоположение всех бригад скорой в данный момент. Комфортнее стало работать и диспетчерам по приему вызовов. Именно к ним стекается вся информация об обращениях в скорую. Дальше этот вызов поступает на пульт диспетчера направления, который, основываясь на контрольный талон, уже обрабатывает информацию и передает бригаде тот или иной вызов. Касаемо специальности, то есть это либо вызов бригаде анестезиологии и реанимации, либо вызов педиатрической бригаде, либо психиатрической, либо общепрофильной бригаде. А старшие врачи скорой с помощью специальной программы могут увидеть, сколько времени та или иная бригада провела на вызове. Также на станции скорой постепенно решается кадровый вопрос. Так, в прошлом году на станцию трудоустроились 56 человек. В том числе, благодаря мерам господдержки, коллектив скорой пополнился на 20 человек.